с добрым утром, как там говорится-то. Сегодня я решила сделать влог, потому что мы едем на пляж, и решила его сделать на русском с субтитрами, чтобы вам было интересно, и попробовать свои возможности с влогами. Alrighty. Моя первая поездка так далеко, буквально 2 часа. Это не самый ближайший пляж от нас, но очень красивый, короче. Вот, поэтому как на дачу к бабушке. 2 часа. Вам не Малибу пляж с ясными спасательницами. Это очень спокойный, тихий, уютный, безлюдный пляж на побережье Тихого океана. Ну вот, если очень грубым языком говорить, то получается, мы были у кого-то на заднем дворе. И вот такие домики стоят от 1 до 3 миллиона долларов. Вода в океане круглый год относительно холодная, то бишь даже в самый жаркий август вода достигает только температуры 20 градусов по Цельсию. Каждый раз, когда я еду на море или в океан, я просто обязана в него хотя бы окунуться. То бишь сейчас заходить сюда вот далеко, это очень опасно, потому что там камни, хрен знает что еще. Иногда тут бывают эти морские львы и тому подобное. Ну вот, Карин, до свидания, до свидания. Эрл, say пока-пока. Пока-пока! Вот, и поедем сейчас, заправимся и поедем домой, завтра на работу. Ну что, наше путешествие пришло к концу на сегодня. Если вам понравился формат этого видео, напишите мне в комментариях внизу. Может, каждую неделю через несколько я буду выставлять такие вот влоги. Всем спокойной ночи, я надеюсь, что у вас будет офигенная неделя. Небольшая, так сказать, пробочка, но по сравнению с Москвой и МКАДом, это просто фигулечка, а не пробочка.